Хорошо тебе там? Ну, добро, не буду тебе мешать. Ну, на... А волнует? Да. Ты не трать пленку. Не, слушай, ты... дело в том, что вот этот аппарат, это если там не получится, ну... Держит. Можно поспать здесь, здесь две кровати. Папа, здесь папа, поспать, что? Две кровати. Это можно на море, да, так сказать? Или там уже посмотреть? Не, а там? Да-да-да, допускай, если хочешь снять. А это уже чужое, да? Это, вот это уже чужое, да. Сюда и вот это, ты ж, и вот... это не наше. Нет, и с этими, ты ж какие-то проблемы с этими дальше у людей или нет? С дачами? Да. Нет, ну нет? Я не думаю, ну это ну, садик какой-то. Как море. Дальше. Когда его давно не видишь, то думаешь, надо выпить стаканчик моря. Море, я имею в виду, не стаканчик, а только пить. Лучше не пить. Лучше не надо. Да. Если пить, то где-то... Не, почему? Чуть-чуть не помешает. Ну, не сейчас. Нет. Вот только смотри, не какая красота. Не знаю. Ты видишь? Ой-ой-ой-ой-ой. Посмотри, какая красота. Вот в этих местах, вот тогда с Сариком, что я тебе говорил, мой прораб. Где-то он... Сейчас Эдик придет, чтобы не было туда пройти. Можете выйти, туда пройти. Пошли. Вон, да. Как бы сидел бы и смотрел. Это уж разрешат, наверное. Вот. И скажешь. Сегодня же... что-нибудь посмотрим где или уже нет? Где? Ну там, у тебя. Все, что ну, покажу делать. Один из фильмов о Малой. И эту 2006 год хотел бы посмотреть, чтобы ты чуть-чуть припомнил. Ну сейчас пойдете в Нивы и прямо внизу и посмотрим. А, тут всего что-то? Такой вот этот продается? Вот крайний, пойдем. А этот такой большой самый? Тут он, наверное, страшно дорогой. Вот этот вот продается. А, здесь ты про это? Нет, это... Ну ты? Как? Вот это все-все-все. Ну здесь просто... Я думал, что тут все построено. Это вряд. Нет, вот это продается. И сколько? Не знаю, ну примерно хотя бы. Спросим, спросим. Это продается. Не, да. Вот не просто продается. Интересно, а сколько, просто... сколько это такое может стоить. Игрушка такая, да? Я не знаю, ну спросим. Это я делаю как для себя. Ну это будет продаваться. Вон там строители делали сразу за Эдиком, уже без потрясок. Ну море, вода, это надо учитывать. Посмотри, какая палуба здесь. Здесь более 2000 палуб. Здесь так делалось, чтобы хватило оп-оп-оп-оп-оп-оп. Здесь такой отбойник стоит, вот так смотри, вот так вот неровно к морю, как а у вот корабля. Так. Ну, да, ну так как и там. Ну и как ты считаешь эти шпалы? Ну, добро, я просто уже даже не знаю, сколько у меня тут. Теплая вода? Да. А сначала не очень, не? Но долго, наверное, нельзя плавать. А где тут сходите? Вот на этих камнях? Нет. Здесь вот лестница такая цепляется. Знаешь, как бывает? А, только... Нет, а вот на этих камнях то не очень хорошо. Это, да? Это уже не наше. Нет, конечно, здесь нехорошо. Обыкновенная лестница... А как вошла... А вот сейчас мы посмотрим. Как на... А, там лестница. Ну, это вон та лестница. Но это не ну, тест не... Ну, она воспользовалась, это, да, она... А здесь тоже такая лестница вешается, как на бассейне. И так, чик-чик-чик-чик. А потом лезть. Ну мы тут уже не будем, не? Как? Тут. Мы сейчас поднимемся. Нет, вообще мы тут не будем. Нет, это последнее. Потому что Эдик уезжает. Понятно. Уже здесь только что. Ну да, если бы была хотя бы смена какая-то белья, полотенца, то может быть. Может бы и. У нас махнешься. У нас махнешься. У меня, правда, по-деревенски все, но махнешься. Сейчас она наберет силу. О, видишь, ну вот сейчас.
А так хочется разбежаться и так. Не, видишь, вода уже хорошая. Ну, еще купают. Я помню, мы когда-то с тобой нормально ездили в октябре, там что-то. Я выпил стакан водки. О! И полстакана. И он и это сам. И окунулся, ну там быстро. Вода уже была середина октября где-то. Не помнишь, нет? Это, да. Там, в Кировске. Помню, чего ж не вот помню. Уже не было, но а в тот было. День. Да, выпал день такой, что да, солнечный, но вода уже была холодная, не та, да. 10 градусов, наверное. Но все равно посидеть на берегу. Ну, то, что. Лёха, вот этот продается тут крайний. Где?